Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Аноним, и сегодня я подумал, что может мне надо поменять скин, а то тот какой-то, не знаю, не очень был, так я выбрал создателя Майнкрафта, да-да, я Нордж. Сегодня, как и в каждом моем видео, я буду вам показывать разные механизмы, и даже сегодня я выбрал такое, и чтобы вам показать, как и где взять командный блок. Да, командный блок. Его же вроде бы нельзя взять в инвентаре. Никак. Нельзя взять. А только вы можете прописать команду, и он вам выдаст. Вот даже сейчас пропишу. Командный блок. Видите, командный блок. Или командный блок. Вот, видите, его нет. Вот только блок красного камня. А чтобы получить командный блок, вот этот вот, нам надо пробежать вот такую команду. Give свой ник. И 137. Вот. Именно 137. Вот. И нам выдали командный блок. Вот у нас он такой красивый командный блок. Но это у меня просто с текстурпаком. А у вас без текстурпаков может быть какой-то другой командный блок. Я его пока что себе сундуки послаживаю. Вот, кстати, это мой новый дом. Я себе тут уютненько поместился. Ну, проговоря в этих жителей, но ничего. Сейчас я пошу на них, я просто в гостях, да, можно так сказать. Так, ну вот наш дом, так, очень получился хороший. Ну, лично мне нравится, не знаю как вам, но вот лично мне нравится дом. И, кстати, там как во всех моих домах, может, да, совсем нет. Как всегда, нет у меня никакого дома, где там не было механической двери. Да. Вот такой вот механической двери. Так, летучая мышь пошла в жопу. Все, пошла. Так, ну и механизм сам. Вот, не знаю. Даже не знаю. Что вам сегодня показать, дорогие друзья? Вот давайте, к примеру, покажу. Сейчас я все вычищу. Так, ну это как-то хорошо. Так, давайте сейчас включим музыку. Это как-то без музыки. Ну, не знаю. Не очень. Нет, мне там не блоки. Сейчас подожди, дали друзья. Там не блок. Вот проигрывать. И берем какую-то штуку. Пластинку. Давайте возьмем вот эту мою любимую пластинку. Вот. Переключаем. Нет. Это слишком стрёмная. Да. Слишком. Так, ну давайте, может, возьмем. Берем вот эту вот. Вот эту. Вот эту вот. Вот это, вот это, вот это, ну, второй все. Вот это, да, вот будет вот это. Так, теперь мы выкидываем и меч пока что выкидываем. Так, ну, сегодня мы будем говорить про, ну, я не знаю, или в моей версии это получится, но мы сегодня будем говорить про атомную бомбу. Да, про атомную бомбу. Я отойду подальше от жителей и пересмотрю натурально. Так, давайте тут выкинем. И сюда будет. Так, и будет. Камень, вон. Все. Вот так вот. И там вот. Я не ненавижу, когда на меня смотрит. Вот так. Все. И только вот сюда.
последнее время. Вот так вот. Посадим сюда. Вот тут, угу. Почему сюда тыкаем? Ой, извините. Ну что, не вылетело. Так. Ну, в общем, так это делается. Не знаю, что-то не получается у меня. Давайте достанем. Вот так вот. Не знаю. А, вот так вот надо круг сделать. Да, круг. И потом уже вот так вот насаживать. Вот так. Ну, это, можно так сказать, даже автоматическая бомба. Вот так вот она активируется. Вот. Вот у нас идет туда 3 динамита. Она уже вот сама будет. Два. Сейчас вот так. Видите, у нас хорошо отбрасывает. Ну, в общем, это была не атомная бомба, но такая вот себе веселая штучка. Можно так сказать, да. Ну и теперь давайте придем к... Не знаю. Потому что мы будем делать. Давайте сделаем... Ну, можно попробовать гриперство. Или... Ну, если вам надоело гриперство, пишите в комментариях, я придумаю что-то новенькое для вас. Можно буду смотреть видео и улучшать то, что он там будет показывать. Ну, как, в принципе, я это и делаю всегда. Ну, можем даже так сказать. Что будем сейчас делать? А делать мы сейчас будем учиться делать декоративные вещи. Ну, да, декоративные вещи, это не надо скачивать разные там моды. Там всякие разные вещи, чтобы у вас все было так красивенько. Ну, давайте сделаем вот так вот. Берем рычаг. Нет, не то, я его подобрю сейчас. Берем. Что берем? Берем. Ну, любой забор. Картину. И таблички. И какие хочешь ступеньки. Мне лично нравятся ступеньки вот такие вот, дубовые. Так. Ну, в общем, сделаем. Это у нас такой вот диванчик. Обыкновенный стильненький диванчик. Вот такой вот. Сейчас, подождите. Так. Вот такой вот диван у нас получился. Вы как бы можете как раз вот так вот сесть. И вот так вот. Вот, давайте сейчас будем делать. Я забыл любой блок. Так, давайте. Теперь делаем телевизор. Да, именно телевизор. Сюда любые блоки. И берем вот так вот. Например, вот так вот. Тоже все идет. Так, там два рычага. Вот так вот и нет. И чтобы рычаги смотрели по сторонам. И вот этот переводник. Вот нам и телевизор. Ну, можно другую картину поставить. Самое главное, если у вас телевизор на 2, картина должна быть обязательно на 2. Сейчас. Пусть будет. Вот такой у нас телевизор и диван. Так. Но еще можно сделать. Что можно еще сделать? Не знаю. Кстати, дорогие друзья, я не могу никак понять, зачем тут мицелий. Если вы знаете, пишите мне в комментариях. И я вам выведу
само видео. Ну, правда говоря, видео у нас было короткое, да, 10 минут. Но все равно всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.